Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руке гранату и готов был взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все настоящие мужики, храбрые, как львы. 16 человек. Бойцы сил специальных операций почти двое суток сдерживали натиск сотен боевиков. В итоге отстояли стратегически важный рубеж, обратив исламистов в бегство. Все это без единой потери. Всем бойцам подразделений специального назначения. Специалисты, мастера своего дела, действуют уверенно, безошибочно и смело, днем или ночью. Если вдруг пришла беда, они всегда к бою готовы, и любой знает когда. Автомат в твоих руках, на твоем теле броня, то твои понты, поверь, тут не решает ни рубля. У тебя бабла навалом, в гараже лицовый Porsche, но какая их цена? Если выполнить не сможешь, жечь боевую, где придется попотеть, чтобы результат на максимум, то минимум потерь. Когда сто пудов уверен, что свои прикроют спину, буду с тобой до конца, и в бою точно не кину. Тоже есть цены, близки семья, но они идут вперед, повторяя, кто если не я, кто если не мы, решит все эти проблемы. Здесь только такие парни, и таким нету замены. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы искали без предательства и лжи. Своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Это те, кто присягнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы стали без предательства и лжи. Своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Ты их лицо даже не знаешь, тех, кто за тебя воюет. Пока ты прожигаешь жизнь беззаботную свою, а они всегда в строю, кровью и потом добиваются победы. Свои молодые годы отдают командировкам, где боев горит пожар. Свои силы не жалеют на опасных рубежах. От таких лучше бежать, если ты не за добро. Они плохих ребят находят очень быстро и легко. С приглашения в окно залетают целые группы от боевиков, оставляя горы трупов. С ними лучше не шутить, на их лицах нет улыбки. Черные маски шлема, за забралом глаз не видно. На их счету тысячи убитых и задержанных бандитов. Огромный опыт спецопераций и локальных битв. Щит имей страны, надежная защита. Это спецназ, это элита. Это те, кто пристегнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи. Своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Это те, кто пристегнул, преданно служить отчизне. Это те, кто под огнем снова рискуют своей жизнью. В любое время любой выполнит приказ. Это те, кого зовут гордым именем спецназ. Верные сыны отечества, воины страны, офицеры и солдаты, безжалостные псы войны. Парни будто бы и стали без предательства и лжи. Своей жизни отдают ради того, чтобы мы жили. Того, чтобы мы жили.